Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас не очень обычное видео. Я сегодня решила поменять кукле глазки. В качестве подопытного образца у меня вот эта куколка является. Это мини Паула Рейна. Вот. И глазки мы будем ей менять сегодня вот на эти вот глазки. Попробую я это сделать. Первый раз я это делаю. И решила снять это на видео. Страшно. Конечно, я видела много видео по замене глаз. Но как-то боязно даже это начинать. Ну, значит, сначала, смотрите, вот я уже ей отклеила ее ресницы. Она у меня уже без ресниц. Вот. И теперь нам надо вытащить глазки для того, чтобы... Я хочу сначала посмотреть на эти глазки, которые там у нее сейчас стоят. Вот. А вот в этих вот глазках вообще рекомендуют сначала, вот они на ножке, эти глазки, надо сначала отрезать вот эту вот этот штырек. Но сначала мы вытащим, давайте, глазки. Я буду использовать фен, нагревать. Для начала я сниму, конечно, голову. Так вот, аккуратно. Так вот, туловище, голову. И уже с головы вот так буду я нагревать. Смотреть, что получится феном. Вот. Можно использовать горячую воду, греть воду, это греть голову в горячей воде. Но я попробую фен. Так, вот смотрите, один глаз я уже вытащила, попробовала просто. Показываю, как я делаю, как я это делаю. Второй раз вам второй глаз я вам покажу. Смотрите, я включаю фен на горячий. Вот, и направляю на глаз. Кстати, первый глаз очень хорошо легко у меня вынулся. Хорошо, если так еще назад это все вставится. Так, вот. Ну, прогреется, но, может, минуту где-то. Так, потом возьмите палочку и вот так вот прям изнутри. Я вот надавила, вот видите? Оп. И вот даже вот так вот раз. Все, вывалился. Вот смотрите, какие у нас глазки у нее были. Вот, и вот что она себя представляет вот без глаз. Ну, что сделаешь? Ну, посмотрим, что будет дальше. Теперь нам надо посмотреть. Вот вы знаете, честно говоря, вот я вот смотрю просто, и мне не нравится... Помыть, наверное, надо, потому что когда вот были ресницы, они так были похабно приклеены. Вот. Я даже смывала этот клей, удаляла. Он такой белый после намокания становится. И вот посмотрите, может даже здесь подчистить немножко вот тут вот сами ресницы. Вот немного есть у меня как бы наплывы здесь вот. Вот тут вот, вот, да, вот, вот на верхнем веке есть немножко лишнее как бы. Можно это тоже почистить. Так, вот, да. Все. Откладываем пока головушку в сторону. Так, и посмотрим теперь, что у нас с глазками. Что у нас? Так, не глазки. Давайте сравним их. Угу. Они у нас одинаковые вот с этими. Да, вот. Надо отпилить вот эту ножку. Сейчас мы это сделаем. Так, продолжаем. Вот я отпилила ножки вот эти. Вот у меня получилось два глазика, такие полусфера. Сейчас мы их будем вставлять. Теперь у нас будет обратный процесс. Нам надо сейчас будет нагреть опять глазницу, разогреть. Кстати, винил у нее такой мягенький. Я не знаю, как у Паула подружек винил. Мне кажется, он пожестче. Может быть, даже там будет труднее вставлять. Но это такой мягенький винил. Так, значит. Опять же, разогреваем феном. И вставляем глазик теперь в глазницу. Я сейчас тоже попробую сама сделать один глаз. Второй глаз я вам покажу. Вставила. Мне скажу, что уже легко было. Сейчас надо будет, главное, потом их уравнять, эти глазки, чтобы они были одинаковые потом просто. Выровнять их относительно друг друга. Во-первых, у меня глазки, они немножко, знаете, это как бы вот вверх и потемнее можно сделать, можно наоборот вниз, если повернуть глазки вниз. Они вот немножко разноцветные, такой как бы тень есть наверху. Поэтому надо, это, на это тоже будет обратить внимание.
Вот. Как вам вообще вставить это все? Ну, давайте тоже я продолжаю. Значит, вот я опять нагреваю. Она у меня еще не сильно остыла. Поэтому я немного буду... Глаз. Глаз летел. Нагревать вторую глазницу. Следующий, наверное, опыт у меня будет про замене глаз уже Паула Рейна подружки. Вот. Я решила начать с этой. Так, все. Вставляем. Значит, я смотрю. Вот у меня тут вот потемнее. Вот. Я вот так вот тоже делаю. Так вот туда вот так вот раз. И туда вот так вот. Вот так вот. Опа. Все. Просто обычно, даже без всяких приспособлений. Я вставила глазик. Так, и теперь смотрим, чтобы они у нас были одинаковые. Вот здесь вот что плохо. Вот у меня, например, палец не влезает в туда, чтобы подкорректировать. Вот, поэтому вот смотрим. Может, только мизинец, если можно, вставить. Так вот. Вот. И здесь вы уже смотрите, как вам больше нравится. Такой вот, вот взгляд, вот как вот у меня, вот видите. Если немножко можно подправить. Да, вот. Сейчас попробуем. Тут сильно не поправишь. Ну, я думаю, что вот это нормальная вот глазница. Если постараться, то вот я вот когда первый глаз устанавливала, у меня то вверх, то вниз уходил. А вот. А тут вот он как-то... одинаково. Главное, чтобы он был еще выровнялся у вас, чтобы кукла не косила. Немножко туда вот, вот так вот. 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 Я думаю, что это, мне кажется, нормальный взгляд. В целом. Вот смотрите. Вот живой взгляд глазки. Все. Здесь только осталось приклеить реснички. Но реснички я буду потом приклеивать. Сначала я сделаю перепрошивку этой кукле головы. Вот, а так глаза. У меня получилось это сделать. Так, сейчас. Сейчас вот здесь я немножко пинцетом там. Что я тут делаю? Это вот какая-то волосинка там попалась. Так, ладно. Вот. Вот смотрите, какой у нее же взгляд. Красивый. Мне нравится. Голубые. Нет, они не голубые, они синие глаза. Синие. Не знаю, как у вас видно, а у меня прямо они синие. Нет, красиво. Да, перепрошивать я ее буду. Такой же практически тон у нее будет. Ну, а перепрошивку как сделать, показать. Я покажу вам в другом видео. Как сделать. Ну вот и все. Глазки мы поменяли. Я думаю, что у вас не составит большого труда поменять кукле, своей кукле глазки. Вот. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам доброго. Пока!